Сотрудники отдела военной полиции Шымкентского гарнизона в рамках ежегодной акции «Дорога в школу» провели акцию безопасности дорожного движения в школе номер 129. Мероприятие было приурочено к началу нового учебного года и призвано напомнить о соблюдении правил дорожного движения пешеходам. Акция проводилась для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и их безопасности на улицах и дорогах. От стражи армейского порядка в игровой формате дети получили информацию о том, что любая улица несет опасность. Является ли она частью дворовой территории или же магистральной, поэтому быть внимательными стоит всегда. Военные полицейские ответили на интересовавшие детей вопросы, а также продемонстрировали основные правила дорожного движения. По словам заместителя начальника отдела, начальника отделения по обеспечению безопасности военной полиции Шымкентского гарнизона подполковника Ержана Агибаева, учебный процесс – это увлекательный, насыщенный и ответственный период в жизни каждого ребенка. Чтобы он стал незабываемым и комфортным, необходимо помнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах. В конце мероприятия военнослужащие поделились с детьми о том, что наш долг – это обеспечить безопасность нашей страны, и мы должны работать вместе как единое целое. Нужно, чтобы дети с начальных классов понимали, как важно быть грамотным пешеходом, соблюдать правила дорожного движения. Тем более, школа расположена рядом с дорогой. Поэтому считаю, что сегодняшнее мероприятие было полезным для школьников. Мероприятие получилось ярким, познавательным и, думаю, незабываемым. Жнарапова, Алмазанабекова, новости.